Всем привет, уважаемые гости и подписчики моего канала. Сегодня у нас 28 сентября. И вчера вечером, даже ночью, можно сказать, прилетела вот такая прошивочка. iOS 11.01. Вот. Как мы знаем, после обновления на 11-ю версию iOS многие начали жаловаться о том, что баги, лаги, зависания и так далее. Ну, у меня как бы в том числе тоже были сложности. Значит, у меня периодически Wi-Fi отваливался, микролаги были, подлагивало так не слабо. Ну вот сейчас давайте посмотрим, что произошло после обновления. Ну что сказать, вроде бы чуть-чуть получше стало все это дело работать. Вроде бы микрофризы и лаги поуменьшились. Приложение, вот я смотрю, неплохо открывается. Так, что у меня сейчас проблемы были? У меня были проблемы с... Ну, все равно, ребятки, как-то долговато приложение открывается. Не знаю, может быть, надо взять, попробовать еще перезагрузить его, наш айфончик. Может быть, тогда что-то изменится. Плавность листания, окон, приложение вроде бы чуть-чуть стало получше. Вроде бы стало получше, поэтому что вам сказать. Ну, кто на 11-ю перешел, варианта два. Либо откатываться на 10-ю, либо обновляться дальше. Я выбрал второй вариант. Обновляться дальше. Ну вот обновился. И могу сказать, что вроде бы пока не так уж и плохо. Ну вот видите, чуть-чуть вот в начале при листании лаги происходит, потом вроде бы проходит. То есть мое мнение какое? Либо Apple специально добавляет в прошивки на старые телефоны, такие как 4, 5, 5S, 6. Специально эти баги делают, чтобы подстегивать людей менять на новые девайсы. Вот, потому что другого объяснения нет. Сказать, что вот у меня, допустим, шестерка, что она слабая, ну не сказать. Да, она уже и 2 года, но извините меня, гиг оперативки, 64 памяти, процессор какой тут, А8, по-моему. То есть все как бы хорошо. Вот. Ну а если компания Apple считает, что через 2 года их смартфоны надо выкидывать, то, ну, наверное, не имеет смысла вообще покупать смартфоны Apple. Тем более то, что они сотворили с 8-м айфоном, сейчас вообще просто чисто развод на бабки людей дурят, опускают и все. Ну ладно, это тема не моего канала, это смотрите на специализированных каналах. Вот, я просто хочу рассказать об этом обновлении. Ну что, сразу вот пошли обновляться приложения. Ну, вроде разошлась операционочка, вроде лаги поуменьшились. А то было прям при листании, невозможно было пользоваться, что зависало все. Так что, в принципе, мое мнение, можете обновляться. Ну, у кого 6 и дальше, да, у кого ниже версии. 5S, не знаю, ребятки, смотрите сами. Вот, у меня вроде работает. На этом всем удачи, всем спасибо, пока-пока.